Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа». Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. В Башкортостане создали Евразийский климатический консорциум, который займется разработкой проекта карбонового полигона. Это позволит участвовать в пилотном проекте Министерства науки и высшего образования России и привлечь федеральное финансирование. Соответствующее соглашение сегодня подписали правительство республики, руководители вузов и крупнейших предприятий региона. Но вот созданный консорциум позволит проводить совместные научные и образовательные мероприятия и контролировать выбросы углекислого газа. Но вот в рамках соглашения утверждена и дорожная карта, а также план финансирования создания карбонового полигона в Башкортостане на ближайшие 2 года. Но вот важным является и то, что к консорциуму могут присоединиться и другие компании. Продукция башкирской сырьевой компании экспортно ориентирована. Мы продаем достаточно много продукции в страны Евросоюза. И с 2024 года будут вводиться заградительные пошлины для продукции с высоким углеродным следом. Поэтому нам очень важно создать для себя углеродные квоты здесь, на территории Республики Башкортостан. С этой целью мы как раз-таки выделяем денежные средства на создание измерительной инфраструктуры на башкирских так называемых углеродных полигонах. Поэтому я хотел бы сказать, что данное соглашение для нас архиважно. Здесь для решения задачи очень важно понимать, что существенным фактором является фактор времени. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы будем получать экономические преференции, экономические дивиденды от этого проекта. Вторая составляющая карбонового полигона – это выработка методики, которая позволила бы понимать и более четко управлять территорией с точки зрения того, а как ее использовать для того, чтобы максимально эффективно использовать территорию для поглощения СО2. Ну, эксперты полагают, что в связи с реализацией в Евросоюзе нового законодательства, связанного с защитой окружающей среды, предприятиям страны и Башкортостану, в частности, чтобы сохранить экспортный потенциал, следует разработать стратегию уменьшения углеродного следа, ну а в идеале использования СО2 для возвращения его в хозяйственный оборот. Башкортостан может получить федеральные средства на программу развития производства беспилотников. Об этом сообщают эксперты, комментируя новости о бюджете федерального проекта инфраструктуры беспилотных и подключенных транспортных средств. Но вот ранее стало известно, что на развитие беспилотных летательных аппаратов и создание инфраструктуры для их производства выделят порядка 800 миллиардов рублей. 350 миллиардов из них привлекут из внебюджетных источников. Ну и согласно документу, первый блок проекта предполагает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов. Второй блок предусматривает создание инфраструктуры для беспилотного подключенного железнодорожного транспорта. Третий посвящен авиатранспорту, четвертый – водному, ну а пятый – разработке правовых норм и стандартов, которые позволят обезопасить беспилотные перевозки и сделать их легальными. Ну, вот, к слову сказать, в Башкортостане создан авиационный кластер, в рамках которого предполагается наладить в регионе производство беспилотных летательных аппаратов. Так, накануне стало известно, что в Кумертауское авиационное предприятие закажет бизнес-модель производства беспилотников за 30 миллионов рублей. Башкортостан может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через 2 недели. Такой прогноз в эфире телеканала РБК сделал аналитик открытых данных Александр Драгон. Вот по его словам, сейчас республика находится на крайней стадии третьей волны распространения вируса. В регионе наблюдается серьезное ухудшение эпидемситуации, что подтверждает рост занятости коечного фонда и числа новых случаев заболевания. Но вот на сегодняшний день коронавирус выявлен у почти 44 тысяч жителей региона. Прирост за сутки уже превышает 220 человек. Но вот за весь период пандемии скончались 661 человек. В общем-то, быстрый рост госпитализации в Башкирии начался месяц назад, где-то в середине июня. И если 16 июня в Башкортостане с коронавирусом и пневмониями лежало там где-то 996 человек, то сегодня уже больше 2600. То есть рост более чем в 2,6 раза, и скорость прироста очень приятная. И, в общем-то, по опыту других регионов и по опыту того, как распространяется штамм Дельта, скорость распространения у него где-то на 40-60% быстрее, чем у штамма Альфа, то есть британского штамма, и раза в 2-3 выше, чем у дикого уханьского вируса. С учетом этого и с учетом опыта других регионов, я прогнозирую еще около 2-3 недель быстрого роста в Башкирии с дальнейшим выходом на какое-то высокое плато. Ну, по мнению аналитика, еще более высокий уровень заболеваемости и госпитализации в Башкортостане ожидается в сентябре. Этот месяц принесет дополнительные риски из-за восстановления деловой активности и возвращения школьников и студентов к учебе.
Более 20 тысяч индивидуальных инвест-счетов открыли жители Башкортостана за прошедшие полгода. Их число на начало июля превысило 133 тысячи. Вот по их количеству регион остается на первом месте в Приволжье и на пятом в России, сообщили в Национальном банке по региону. Вот более 90% индивидуальных инвест-счетов приходится на брокерские счета, с помощью которых инвесторы самостоятельно управляют своими активами. Интерес частных инвесторов лишь немногим ниже уровня 2020 года, который стал рекордным по приросту числа новых игроков на фондовом рынке. Но это объясняется прежде всего снижением процентных ставок по банковским вкладам, совершенствованием онлайн-сервисов для открытия и обслуживания счета, ну и возможностью получить налоговый вычет. В то же время на рынке частных инвестиций существуют и определенные риски, отмечают специалисты. Гражданам стоит помнить, что средства, которые они размещают на индивидуальных инвестиционных счетах для последующего инвестирования, они не защищены системой страхования вкладов, в отличие от банковских депозитов. Кроме того, ну, как правило, начинающие инвесторы могут закладывать повышенные ожидания от доходности тех инвестиций, которые они совершают. Ну и вот для того, чтобы избежать этих ошибок, мы рекомендуем обращаться к профессиональным управляющим и к инвестиционным консультантам, которые могут дать профессиональный совет и несут ответственность за эти советы. Ну и напомню, в мае Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам без теста на знание рисков. Ну, кстати, тестирование начнется с 1 октября 2021 года и коснется таких инструментов, как вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные субборды, а также структурированные облигации иностранных эмитентов, а также внебиржевые производственные финансовые инструменты. Малым и средним предприятиям возместят стоимость банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей. На эти цели будет выделено 500 миллионов рублей из резервного фонда. Распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Вот средства пойдут на покрытие затрат, связанных с уплатой комиссии с 1 июля по 31 декабря текущего года. В первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный к системе, будет передавать Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. Ну, далее в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступят в банк. После этого в течение 5 дней он должен перечислить их предпринимателям. Ну и добавлю, система быстрых платежей – это сервис Банка России, который в том числе позволяет оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банковских участников. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Это до 2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов. Ну и возмещение компенсации позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание без наличных расчетов, считают в правительстве. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.